Константин у нас в комнате. У нас в комнате Константин, наш куратор Константин, мы приветствуем, куратора школы. И я приветствую вас, учителя и ученики от имени школы. Пришло время дать больше информации и разъяснить некоторые детали. Ученики, все вы попали сюда для каких-то целей. Кому-то дали шанс. Кто-то пришел учиться. Кто-то готов получать эту информацию. Кто-то в начале пути. Вы пришли получать знания и учиться на ошибках друг друга, на ситуациях и поведении. Я бы хотел с этого момента перейти на более важный аспект обучения. Ваше обучение и в дальнейшем работа должна быть этична и экологически чиста. Доверие — это главное, что должно быть между парами. Начиная с обмана или недоговорок, вы рискуете попасть в сети другим цивилизациям. В дальнейшем это могут быть ваши клиенты. Первое правило этики. Намерение, выставленное в начале, должно быть между вами обоими, не только у одного из вас. Второе. Вы не можете брать человека и чистить без его разрешения. Третье. Человек, которого вы чистите, должен знать об этом. Имеет разницу со вторым пунктом. Человек может знать, чем вы занимаетесь, но не дать разрешение на свою чистку. Понятно. Продолжаем. Знание, которое дает школа, построено на энергии учителей и не может быть передано дальше по желанию учеников. Знания школы защищены. Хрустальная энергия архангелов и школы может быть как хрустально-белой, так и хрустально-черной, защищая школу. Имейте это в виду. Благодарю. Знания вы можете передавать, набрав определенный опыт детям старше 10 лет, постепенно, аккуратно рассказывая о тонких телах и тонких мирах. Таким образом, вы вырастите прекрасное поколение с определенными знаниями, без которых они не смогут принимать окружающий мир. У них будет правильное мировоззрение. Этого достаточно на сегодняшний день. Учтите все это при работе. Благодарю вас, уважаемый Константин. Этика у нас с Верой всегда стоит на первых местах, лично у нас. И мы передавали нашим ученикам, что мы работаем этично. Чистить людей без их согласия – это запрещено. Даже без о том, как вы все сказали, так это вся информация, она у нас внутри в сердце. Я еще раз напомню нашим ученикам насчет
этики при работе в астрале. Это очень важное замечание. Я благодарю вас за то, что вы обратили наше это внимание. Это не замечание, это правило, закон. Это закон. Скажу больше. Я не зря сегодня озвучил это. Я вижу намерение каждого. И знаю, кто зачем и почему здесь. Тот, кто должен услышать, услышит мои слова. Продолжай. Ну, у меня еще был один личный вопрос в одной ситуации, в которой мы сейчас столкнулись, если мы обсуждали ее с Верой. Я уже сказал, каждый пришел по причине. Кому-то дали шанс. Такая... Спрос был запущен. Дождитесь ответа. Понятно. Мимические цивилизации были у многих, но осознанная душа их всегда чувствует и идет правильным путем. Вот. Сознавая это, я уже сказал, дождитесь ответа. Благодарю вас. Дорогой Константин, у меня больше вопросов нет. С нашей стороны я все понял. Вы озвучили даже на перспективу и вперед, и на будущее все. Все эти места я записал, запомнил и передам обязательно то, что нужно передать. Все остальное мы с Верой для себя возьмем, то, что нам необходимо из этой информации. Благодарю. И одну секундочку. Уважаемый Константин, вы знаете правила нашей комнаты диагностики. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными и самыми спелыми ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. И передай еще, пожалуйста, баночку самого вкусного меда, который есть на Земле для нашего дорогого куратора Константина. Все это материализуется. И передай ему, пожалуйста, с нашей просьбой принять это в знак благодарности за эту мудрость. Это уйдет на уровень архангела. Замечательно, отлично. Мы очень благодарны вам. Хорошо, мы тогда начинаем работать. Вы все сказали, что вы хотели нам передать? Я лишь хочу добавить, что не ошибся в вас. Продолжайте. Благодарю за это высокое доверие. Мы не имеем права это доверие как-то замарать, потому что мы понимаем всю ответственность, которая лежит на наших плечах. Мы просто хотим дорасти до этого уровня. На настоящий момент, по-моему, уровень опережает наше развитие, но когда-нибудь мы и догоним, и этот уровень получим необходимые знания. Конечно, бы хотелось бы знать многие вещи, которые от нас сейчас скрыты, но я уверен, что наше обучение, наше личное сфера обучения, мы когда-нибудь дойдем до этого этапа, когда нам эти знания будут даны. Все откроется постепенно. Все откроется постепенно. Благодарю вас, дорогой учитель, искреннюю энергию благодарности и наилучшие пожелания от нас. Информация придет в нужный момент. Раз ее нет, значит, нет надобности. Все верно. Так мы уже к этому привыкли, и все приходит тогда, когда должно прийти. Благодарю вас. Любопытство. Вот. Этого надо избегать. Праздное любопытство, я его называю, это опасная вещь. Можно пострадать от любопытства. Согласен. Я оставляю вас. Продолжайте. Благодарю, дорогой Константин. Наилучшие пожелания. Всего доброго. Рассинхронизируйся, Верочка. Энергия, вибрации, энергия у него такие трепетные, сильные. Готово? Отлично.